Всем привет! Сегодня я хотел поговорить с вами о таком проекте, как Data Blockchain. Data Blockchain – это вариационная платформа данных, которая ставит своей целью нарушать традиционные способы сбора данных высокого качества. Благодаря данной площадке данные будут демократизированы, что сделает их более доступными и менее дорогостоящими для проведения сбора и анализа, чем существующие методы. При этом доступны они станут пользователям экономически эффективным способом, в результате чего они получат именно то, за что платят, без необходимости тщательного изучения всех представляющих для них интерес данных. В связи с тем, что данная индустрия достаточно сложна и довольно часто приводит к запутанному количеству вариантов для бизнеса, возникает вопрос решения этой проблемы с помощью данной платформы Data Blockchain. Проект Data Blockchain планирует объединить свои собственные данные с огромными базами данных со всего мира, включая правительственные, информацию для бизнеса, сведения о свойствах, отраслевые данные и многое другое. Это создаст большую цепочку данных, которые могут быть использованы как для бизнеса, так и для людей, как для поиска, так и для сохранения клиентов. Проект полностью устраняет необходимость в посредниках, которые часто неэффективны и несут дополнительные расходы. Какие же преимущества у проекта Data Blockchain? Пользователи могут быть уверены в качестве предоставляемой информации. Также это отсутствие необходимости прибегания к нескольким поставщикам данных. Еще одно преимущество – это предоставление конечным пользователям упрощенного в использовании интерфейса с быстрой системой оплаты. Также это возможность осуществления монетизации для поставщиков источников данных. Еще одна – это обеспечение высокого уровня доверия между конечным пользователем и источниками данных благодаря прозрачности, возможности проследить и проверить предоставление данных. Сейчас компания Data Blockchain проводит свое ICO. Давайте же поговорим об условиях ICO, о токенах проекта и его распределении. Внутренней валютой проекта станет токен Debase Coin, который будет предназначен для осуществления взаимодействия на платформе оплаты услуг Data Providers. Для того, чтобы у пользователя была заинтересованность в хранении токена, проект будет осуществлять программу вознаграждений партнеров, используя для этого промоушен-программы. В результате этого токена заработает огромную популярность. Количество пользователей будет постоянно увеличиваться, что несомненно приведет к востребованию Debase Coin и росту его цены. Токен будет создан на основе ERC-20. Давайте посмотрим это. Вот тут. Общее количество токенов для продажи 522 миллиона, а всего выпущенных токенов будет 870 миллионов. На приват-сейл они выделили 100 миллионов, и общее количество выделенных токенов на pre-ICO 164 миллиона 58 тысяч. Общее количество токенов на ICO 257 миллионов 42 тысячи. Начало пресейла это 27 мая, окончание пресейла 21 июня. Цена токена на данном этапе 1 токен Debase Coin равен 8 центам. Начало ICO 27 июня, окончание 21 июля. Цена токена на данном этапе уже будет составлять 12 центов. Soft cap они установили 10 миллионов долларов США, а hard cap 50 миллионов долларов. Для покупки вам потребуется пройти курс, чтобы купить токены. Валюту они принимают эфир,
также минимальная инвестиция, на которую вы можете купить на пресейле, это 1 эфир, а на ICO 0,1 эфира. Теперь давайте посмотрим на команду проекта. Вот эта команда проекта. Их команда состоит из первоклассных руководителей отрасли, опытных лидеров и инженеров с десятилетним опытом работы в данных технологиях. Чтобы более подробнее узнать о каждом члене команды, прямо на сайте у них все написано, чем он занимался. Это основатель, Скотт Хирш, основатель и генеральный директор рекламного агентства полного цикла Media Direct Inc., а также основатель 2BIS изменения дочерней компании DigiDev Direct. И про каждого можно почитать более подробно, изучить. Также консультанты компании Data Blockchain. Так что, если вы хотите принять участие в проекте, вам нужно зарегистрироваться в вайт-листе, и 27 мая, то есть через 5 дней, уже начнется пресейл данной компании. Если вы хотите более детально ознакомиться с компанией, в описании к видео я оставлю ссылки на их сайт, также соцсети и телеграм-канал, где вы можете задавать свои вопросы. Всем спасибо за внимание. Всем пока.